Вот жильцы дома, мы по улице Зеленой, 72. Рогованова Татьяна Дмитриевна. Хочу обратиться к администрации города. Когда нас расселят с этого дома? Мы живем в доме, который не годен для проживания. Неоднократно обращались в администрацию, и было принято решение расселить наш дом до 1 сентября 2014 года. Но на данный момент мы слышим только одни обещания, что мы вошли в программу до переселения до 2025 года, но конкретных решений по нашему дому не принято. Ямы выгребные. Что еще? Подъезд войти невозможно. Канализация все время пахнет. В доме сырость, затхлость. Проживание в доме становится уже невыносимым. Полы просели, стены все лопаются. Отопление у нас газовое, печки под газ. Thank you.